Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Здравствуйте, уважаемые друзья! Как приятно, когда старшее поколение делится своими секретами красоты, ведь средства, которыми пользуются эти ухоженные дамы, проверены годами и собственным опытом. Порой узнаешь истинный возраст некоторых женщин и открываешь рот от удивления. Неужели в 64 можно выглядеть максимум на 50? Оказывается, картофельный крахмал способен стереть мелкие морщинки с лица, словно ластик, напитать ее и освежить. Регулярное использование масок на основе этого чудесного порошка избавит вас от необходимости омолаживать кожу при помощи известных уколов красоты. Маска на основе крахмала. Крахмал плюс мед. Ингредиенты. 1 столовая ложка крахмала, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка меда, немного теплого молока. Применение. Сначала смешайте все ингредиенты, кроме молока. Затем влейте столько молока, чтобы получилась густая кашица. Нанесите маску на очищенное лицо и смойте через 30 минут теплой водой. Крахмал плюс цикорий. Ингредиенты. 1 столовая ложка крахмала, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка цикория, немного теплого молока. Применение. Смешайте все ингредиенты, затем нанесите маску на очищенную кожу лица. Смойте спустя 30 минут теплой водой. Крахмал плюс белок. 1 столовая ложка картофельного крахмала, немного кипяченой воды, 1 яичный белок, пол чайной ложки лимонного сока. Применение. Смешайте крахмал с водой до пастообразного состояния, затем добавьте белок и немного лимонного сока. Хорошо перемешайте. Нанесите маску на очищенную кожу лица на 40 минут. Снимите остатки маски ватным тампоном, смоченным в теплой воде. Чем раньше вы начнете делать такие маски, тем лучше. Не стоит ждать появления возрастных изменений кожи. Оставайтесь неотразимыми, милые леди. Обязательно сохраните и попробуйте эти рецепты. Не пожалеете. Уважаемый друг, не забудь поставить лайк и поделиться этой записью со своими друзьями, а также подписаться и прокомментировать. До встречи в новом видео.